У нас действительно отработаны все вопросы, а это вопросы председательства, председателя нашей коллегии, персонального состава. Блок торговли оставляет с собой Российская Федерация. У нас остаются техническое регулирование, комиссию аграрную промышленную мы передаем Армении, и за нами председательство. Так что все эти вопросы решены. Единственное, только сейчас пригласят председателя будущего, хотя все его прекрасно знают. Этот человек очень опытный. Касым Аке только что прислал мне письмо, что он согласен, и наш почетный председатель об этом сказал, что он поддерживает кандидатуру председателя.